Агафья Приходько возвращается. Певица насиделась дома, нанянчилась с ребенком, пора бы на сцену. 3 года Настя была некой поп-певицей с рокерскими замашками. В настоящее время украинская дива имидж подизменила. Об этом скандальная звезда рассказала в интервью нашему телеканалу. Мы перешли на камешки, мы все красивые. Гламурненько нет, конечно, но просто красиво и интеллигентно. Между тем, также интеллигентно Приходько вновь решила поехать на Евровидение от Украины в 2011 году. Это очередной мой пузык. Я, как всегда, у меня до сих пор еще эта цель осталась, поехать на Евровидение от Украины, поэтому я буду делать все возможное, чтобы все-таки поехать. Я не в мать, как черная невеста. Ничего говорить пока не буду. Я иду, как всегда, честно. Честно Настя ответила и своим завистникам, которые обвиняют певицу в неумении петь, но в умении отлично истерично кричать. А ведь до этого все было безответно. Такого голоса, как у меня, нет ни в России, ни в Украине, я это знаю. Безответно, одиночество мое, безответно. Те, кто считает, что я ору, наверное, они не были на Евровидении от России, будучи украинкой, наверное, они не выигрывали фабрику. Наверное, они просто где-то плавают внизу.